Военная драма «Битва за Севастополь» вышла в российский прокат. Одними из первых в стране ленту увидели в Краснодаре. Предпремьерный показ для журналистов организовала сеть кинотеатров «Монитор». Несмотря на то, что оборона Севастополя вошла в историю как одна из самых кровопролитных, масштабных военных баталий в картине нет. Это скорее фильм-биография. Так задумал режиссер Сергей Мокрицкий. В основе картины драматическая судьба Людмилы Павличенко, самого результативного снайпера Великой Отечественной войны, подруги Элеоноры Рузвельт и просто влюбленной девушки, которой безумно хотелось жить. Зрители после киносеанса, не скрывая слез, делились впечатлениями о новом фильме. Как она это все пережила, смерть ее любимых мужчин, все-таки она выстояла. Много среди русских женщин именно таких стойких, и было очень трогательно. Людмила Павличенко участвовала в боях за Одессу и Севастополь. Познакомиться с ее биографией зрители могли также в холле кинотеатра. Здесь развернулась выставка военных книг и галерея фронтовых фотографий женщины-снайпера.